Здравствуйте, дорогие и уважаемые зрители нашего канала. Ежедневно здесь выходят самые интересные и свежие новости о том, что происходит в мире российских звезд и знаменитостей. Не забывайте подписываться на наш канал, а мы начинаем. К огромному сожалению, никто не сможет отрицать тот факт, что за последнее время так много стало печальных, трагических новостей. Казалось бы, в конце декабря хочется поговорить о чем-нибудь праздничном, однако, к сожалению, продолжают приходить именно печальные, трагические новости. К огромному сожалению, совсем недавно стало известно об уходе легендарного для российского кинематографа человека, который участвовал в создании многих ярких и современных проектов. К огромному сожалению, навсегда ушел яркий кинематографист Владимир Зимницкий. В качестве кинооператора он создавал такие картины, как «Принцесса цирка», «Обручальное кольцо», «Девочка с севера», «Ботаны», «Москвичи» и множество других. Свою творческую карьеру он начал еще в Советском Союзе, и, к сожалению, сегодня весть о его уходе так сильно ударила по всем поклонникам кино. Причин произошедшего не сообщается, а дата прощания будет освещена позднее. Каждый день на этом канале говорим о звездах. Не забывайте подписываться и берегите себя.